Эй, хай-хо, это Неаз, есть Ангар Игроглаз. И сегодня у меня не стрим, как обычно, а летсплей. Потому что штукенция, она сейчас сама стримит. А YouTube, он, в общем, начиная, наверное, ну, может быть, полгода назад, сделал таким образом, то, что ценового айпишника нельзя стримить сразу нескольким. Несколько потоков не пускать. Поэтому, в общем, пока у нее идет стрим, я решил записать летсплей в Тамнете. Вот, и мы с вами сегодня моей мышкой, моей замечательной мышкой пойдем в Орочьи пещеры. Это мой новый персонаж, ну вот он 15 уровень, буквально получил я этот уровень, ну, может быть, за полчаса. То есть довольно-таки быстро. И даже факел еще не успел поменять. Мы сегодня с вами пойдем в Орочьи пещеры. Доведем его до повыше чего-нибудь. Еда есть. Это стандартный такой каратист. Персонаж-каратист. Летучая мышь с боевыми искусствами. Со скиллом боевые искусства. Хорошая, в принципе, комбинация. Вот, нашел. В темноте урочи пещеры найти не так просто. И у нас тут, в принципе, неплохое ощущение. Нет у меня никакой экстрасенсорики. Идем на обум. Ну, не совсем на обум, можно зачитывать свитки. Картирование, как обычно. Вообще, конечно, разница стрима с летсплеями не такая большая, ну, вот лично у меня, ну, потому что я довольно-таки не очень активен вообще, склонен на стримах своих общаться в последнее время, потому что когда ты играешь в Тамнет, ты должен быть предельно сосредоточенным. Дверь застряла, ну давайте попробуем выкопать. Вот, поэтому как бы особо не до общения даже. Но все равно, конечно, стрим, наверное, что-то есть в этом, когда ты все делаешь в прямом эфире. Но для меня разницы, честно говоря, особо нет, так как мой прямой эфир сейчас, то есть мой стрим сейчас, он, в принципе, проходит ровно в таком же формате, я стримы свои не нарезаю никогда. Ну что, всех вокруг отдербанили, местных орков холмовых. И Ладдуфа тоже. Бросил он трезубец и какие-то совершенно бесполезные. О, а тут король иков, похоже. Это может быть опасно, потому что эти ики, некоторые из них бывают камикадзе и взрываются. Получил я уровень. Спокойно иков этих подрезаем. Вообще, это, наверное, последний мой такой низкоуровневый персонаж. Дальше я буду играть уже на высоких уровнях. Ну, собственно, да. Это просто последний у меня слот для персонажа. Больше нет. Последний персонаж, который я добиваю до 32 уровня. Зачем? Чтобы я на персонаже и вешаю дома. То есть каждые 8 уровней ты можешь купить себе один дом, и, соответственно, когда доводишь персонажа до 38 уровня, ты можешь купить, получается, 3 дома. Точнее, 4 дома. И, в общем, мне это очень нравится. Всего на аккаунте может быть 30 домов, у меня, по-моему, сейчас 26. Ну, мне нравится быть, с одной стороны, домовладельцем, а с другой стороны, у меня много магазинов, так что мне это, в принципе, просто-напросто нужно. Тут много боссов тут. Кобольд. Видимо, королева кобольдов, да. Королева кобольдов у нас сегодня в гостях. Клан лучников убить — это самое неприятное, твари. Все, королева кобольдов довольно быстро отправилась в свояси. В
Кабольди рай. Даже как-то что-то вот есть более теплое, я бы сказал, в летсплее. Что-то в этом есть такое. Мои вообще первые, конечно, первые мои видео на тему игр, это были как раз летсплеи. Я их даже подрезал немножко вначале. У меня были, я помню, стрим по Realm of the Mad God, по... Да, летсплей по Realm of the Mad God, дальше летсплей по... Сейчас я все выучу. Сникнес. Ой! Вот видите, Undo Skills, хорошо, что есть команда. Не то выучил. Надо внимательно. Ты выучишь что-нибудь не то и все. Доджинг. Интерсепшн. Все. Ого! Какая нехорошая ловушка. Ловушка призыва вот всяких блох. То, что вы сейчас тут наблюдаете. Постепенно они... Ну, они уже захватили эту туру, и надо отсюда уходить. Чего сейчас я займусь? Просто пойду на предыдущий уровень. Нифига себе, это что было такое? Какая-то жесть. Бандит. Какой-то гриб прокричал. Сюда заглянуть аккуратненько. Какой-то этот ночной ящер. Хорошо быть рогой в целом. Всегда большое удовольствие играть рогой. Конечно, без ESP совсем немного так странно. Большой этот уровень-то. Хотя наступит какую-то ловушку. Пошли дальше. Здесь я так не слишком подробно зачищаю все. В идеале найти какого-нибудь Сурумана, потому что у Сурумана бывает очень хорошая вещь. Не Сурумана, а Гнилоуста, подручного Сурумана как раз. Слишком много я поушенов с собой таскаю, поэтому немножко перегружен. Не так хорошо уворачиваюсь вообще. Ну, кстати, прист, который может призвать кого-нибудь нехорошего. Мыши хорошо, так отдыхаешь. У меня сегодня тоже тяжелый день был. Сегодня собирал и шкаф там, вешал себе. Полки всякие там. И вообще. Так что самое то, чтобы немножко развеяться, поиграть мышой. Сейчас как раз все заботы заканчиваются, и можно будет уже сосредоточиться на более таких напряжных персонажей, будем так называть. Блин, фонтан замедления. Ну, на мышь он действует таким образом, что не особо это замечаешь. Вообще, чем меньше уровень, на низких уровнях, вот вроде этого, все-таки это Орочья пещера, одно из таких начальных подземелий, тут очень комфортно себя чувствуешь. Потом мышой. То есть мыша, она вот до первой 20-30 уровней, она просто бесподобна. Но чем дальше, тем она, конечно, слабее становится. Такой водный уровень. Эти рекомендации нам дают нубские. В общем, я не против, пусть показываются. Ага, я ослеп. Ну, сразу же выпил лечительную снадобье, и слепота прошла. Не очень я люблю воду. Могут попасться нехорошие собаки водные. В общем-то, вашу радость несколько приуменьшить от жизни в целом. Что тут рановато пить поушены?
пить из фонтанов. На таких глубинах особо ничего не бывает хорошего фонтанов. Ну, поглубже не буду спускаться. Почему? Вообще, я бы вообще заново пошел по урочим пещерам, чтобы побольше всяких боссов убить. Что так непонятно, то ли они есть, то ли их нет. Без филинга когда идешь. Тут я ничего неудачно не забываешь все время, где-то был. Ну ладно, черт с ними. Если мы это получим, наш высокий уровень. Какая-то комната. Интересно, кто там живет. Ну что, это вообще какой-нибудь terrifying level. Ужасно. Тогда меня там вытрясут. Нет. Тут относительно простое, обычное вроде. Вообще без ESP, конечно, плохо играть. Но на таких уровнях по-другому не получается. Музыка хорошая играет. И вам не слишком громко, интересно? Сделаю себе потише. Так, общаюсь со зрителями по привычке. Хотя их как бы тут нет вроде бы. Забавно. Ну, кстати, вот на таких уровнях больше немножко опыта. Чуть-чуть. А, пошли поглубже. Чем быстрее огры начнут все троллить, тем будет лучше. Вот, например. Отлично. Сразу 30%. Уровня. Отравили меня немного так. Еще одна ловушка. Ослепила меня. Ту-ту-ту-тум-пум-пум. Смотрим, что тут еще водится. Надо, наверное, прикупить себе. А пошли поглубже. Да фильм, видите, какой нетерпеливый. Аж плохо так. Опасно играть, но с другой стороны, для вас это шоу определенное, да? Когда человек играет более, будем так говорить, английский. По-английски это reckless, по-русски это, ну, безрассудно. Это более интересно смотреть в целом. Когда не очень осторожничаешь. Ну, на высоких уровнях я аккуратно играю там. Есть из-за чего поволноваться. Кого побояться. Тут, конечно, ну, тоже можно нарваться на что-нибудь нехорошее, но в целом. Чувствуешь эти места. Единственное, я не взял свитки телепортации. Это печально. Все сильно рискуем. Ну вот, тем лучше для нашего шоу. Не назовешь. Летучая мышь танцует. Приходится телепортироваться амулетом. Тоже, в принципе, вариант. Вот такая большая, гигантская комната. Был, что ли? Нет, его не было еще. Большая и пустая. По крайней мере, я ничего не вижу. Какие-то орки, случайно на них в темноте наткнулся. Во! Вот эта комната, вдруг тут орки. Было бы очень кстати. Хотя, может быть, что-нибудь и похуже. Что тут есть? 20 уровень важный уровень для летучей мыши, потому что появляется наконец-то защита. Сразу не дали мне. Видимо, на 25-м. Хорошо. Что-то я попутал. Защита от паралича. Или может она уже есть? Сейчас посмотрю. Нет еще. Ну, подождем.
Понятно. Кончились свитки картирования у нас. Нехорошо. В любом случае, пора сейчас немного так переодеться. Ой-ой-ой. Ничего себе. Огненные собаки. Мне даже нечего сделать. Может, тут попытаться их поскорее убить. Убить их до того, как они убьют меня. Грубо говоря. Что-то их было не очень много тут. В темноте вот ходишь просто. Нужен жезл иллюминации с собой таскать для таких случаев. Хочу 22 взять, тогда идем на плащ. У меня есть хороший плащ на 22 уровень. С ним получше. Быстрее пойдет. Прогресс. Хотя и так довольно-таки хорошо идем. Здесь сейчас даже без свитков картирования уже. Как-нибудь тут хожу. Ничего. Надо только наткнуться на хорошую комнату с троллями. Все будет шикарно. 23. Нужно 25. Тогда будет защита от паралича. Вообще шикарно будет просто. Поглубже давайте сходим. Я раньше вообще всегда играл без вот этого свитка картирования. Ничего. Лесные тролли. Очень рад их видеть. Паладин. Урюки элитные, тоже неприятные твари. Не знаю, кто будет в этих комнатах. Может вообще очень сильно не повезти. Пока что все нормально. Уровень получил как раз. Отлично. Да. Невидимки. Видите, это невидимки. У меня нет видеть невидимое, нет, поэтому приходится вслепую. Что-то меня бьет, видите, невидимое. Вот так вот. Давайте еще один уровень получим, тогда я смогу от паралича. У меня будет ресист. Будет вообще хорошо. Аккуратненько сейчас так. Ходим тут. Да, без картирования. Я раньше играл без картирования. Нормально вообще. Сейчас я не знаю даже, как без него играть. Потому что информации очень не хватает. Что это за ловушка? Ловушка призыва монстра. Хорошая ловушка. Но она опасна несколько. Прикольно, я убил раненого медведя. Я первый раз в жизни убил этого монстра, честно говоря. О, вот это опасно. Это очень опасно, это очень нехорошо. Ну, вы видите, да? Они сносят сколько. Звери просто. Ну ничего, справился как-то с этим. Тебе пришлось вообще так. Понервничать пришлось. Ну так как у меня скорость довольно-таки большая для этого подземелья, вполне получается неплохо. Тут какой-то нехороший уровень, тут кто-то нехороший будет. Ну вот, например. Так. Так, это кто? Интересно. Понятно, собаки, которые ослепляют чем-то. Ну их черт. Эти собаки, которые ослепляки. Вообще нехорошо. Надышали на меня. У меня потому что за ресистов вообще нет никаких. Это там было такое сладкое место вроде. Такое странное. Такой странный уровень, где я сейчас появился. Такой лайаут. Чудной вообще. Хорошо мышой играть, конечно, интересно. Уже есть в этом свой шар, но далеко ей тяжело уйти.
Потому что вещей, конечно, катастрофически не хватает. Ну вот, она не может носить ни ботинки, ни перчатки. Почти ничего не может носить, скотина. Тоже очень странный лейаут уровней. Редко такие попадаются. В этих пещерах вообще. Ага, понятно. Что рискнем? Это хороший лаут, если есть ESP. Если ESP нет, то он не такой хороший, конечно. Можно нарваться очень так неприятно. Вы видите, да? Кто-то там, какой-то босс орочий. Ну, я выпил поушен и их разобрал в итоге всех. Под поушеном. Да, ничего хорошего мне не дали, правда. Ой, блин. Вот это нехорошее было место. Это Jelly Pit, так называемый. Комната полная всяких желе, всякой такой фигни. Но я аккуратно правильно ее открыл, поэтому не умер. А так там вот... Новички часто умирают в таких местах. Я даже решился по уровню не уходить, потому что тут как раз свирки картирования особо не нужны. Давайте включим поиск. Ну, наконец-то. Пролечу, у меня будет защита. Все, раскидал. Очень много ловушек всяких бывает. Это рейнджеры, да? Вот они умеют постреливать, но не очень активно. Не самые опасные враги. Вот, вот такие места хочется вот ходить как-то вот так на даблскрине. Ну что-то вы видите, у меня даблскрина не получается даже сделать, надо, ну, потому что настройку сделать. Наверное, было бы прикольно, если бы разработчик сделал возможность переключения даблскрин. Ой-ой-ой, собаки. В прямом переносном смысле собаки. Собаки за мной идут, если что. Будем надеяться, они не скоро дойдут до меня. Босс спит, он такой толстый. Ну вот, проснулся. Вообще ничего не упало. Даже удивительно. Обычно мне везет хоть немного так. Ну пошли отсюда. Свитку сейчас мы берем и оденемся. 25-й уже взяли. Так, поехали. Нам не страшен серый волк, про это знаем толк. Сейчас амулетик присобачим. Кольца, амулетик, новую бронь, плащ, вообще все полностью поменяем. Будет вообще жара. Быстро так лечу, благодаря Сникнесу. Так. Не так. Ну, честно говоря, я не помню, что там на ком у меня. Ну вот, последний раз я играл этим товарищем. Может, у него как раз есть уже что-нибудь.
Да, хороший плащ. Ботинки пока не могу. Перчатки вообще никогда не могу. Тут хорошая лопата. Что это за броня-то? А могу я это одеть? Могу. А, нет, не между 24. Черт, одного уровня не хватает для полного счастья. Ну ладно. Nexus, нужен мне Nexus. Да, пусть будет Nexus. А, 25 тоже. Ну ладно. Ведь один уровень не добрал. Чтобы вообще просто было шикарно все. Так удобно стало, когда разработчик макросы прикрутил, я просто не могу нарадоваться не могу никак. Фонарь возьму получше. Чтобы мне нужно было масло носить уже. Ну, давайте сходим. Что-нибудь оденем. У меня, кстати, новый дом. Вот этот. Я его выслеживал. Я не знаю, сколько я за ним ходил. Хотел все его купить, а он был занят. Вчера он освободился. Я такой довольный вообще. Наконец-то я его купил. Что такое за амулет? Рейдж. Но он не дает, к сожалению, ничего не дает такого сильно нужного мне. Что-нибудь возьмем сейчас, какую-нибудь уху. Шлем пока никакие с толку не могу таскать. Плащ, какой бы плащ взять? А, я уже одел плащ. О, шлем, ну давайте этот возьмем. Ну все. Так, это что такое? Тяжелый слишком, смотрите-ка. Не подходит эта броня мне. Блин. А чего есть? 8-1. Ну вот это легкая. Чего я сразу не одел? Все, ресисты базовые есть. Уже получше. Так. Бросаем шляпу. Ну и все. Хорошо. Но я тоже сейчас уже я делаю летсплей. Чего? Летсплей, говорю, делаю. Это необычно это звучит. Летсплей. Господи. Но тем не менее. Посмотрите, он как будет сейчас разрывать моя мышь. Тут покажу, если вы приходите на мой англоязычный канал. Я, в общем, продолжение этого стрима сейчас буду делать на английском. Вот, так что, кому интересно. Милости прошу.
Милости прошу. Это очень страшная мышь, которая может разорвать всех клочья просто. Телепортацию сейчас возьму, светочку. С вами подготовились уже к следующему походу. Ну, это вообще не нужны эти пассисты. Ты не голая тут ходишь? Нет, я хожу одета. Это хорошо. Так, очень рад. Телепортация кончилась просто. Ее больше нет. Ну что, друзья, приходите на мой англоязычный стрим, который сейчас начнется. Ну, правда, вы об этом узнаете уже несколько позже. Ну, нет, я сейчас сначала я выложу это видео, а потом я начну стрим. Так что вот. В любом случае, да. Всем удачи, до завтра.